Друзья, уже прошел почти год с тех пор, как я в последний раз делал видео из рубрики «Противостояние». Это такой формат, где два волейболиста одной позиции в рамках одного матча пытаются выяснить, кто же из них был лучше. Точнее, не так. Я придумал собственную систему оценки, очень упрощенную и субъективную, в которой и буду оценивать героев нового эпизода. У меня нет цели кому-то что-то доказать или как-то выделить какого-то персонажа. Это просто обычное видео, несущее в себе исключительно развлекательный подтекст, не более того. Из-за того, что я сильно соскучился по такому формату, я решил взять первый попавшийся матч и найти противостояние в нем. И как нельзя кстати, под руку попалось сражение, где бронзовый призер клубного чемпионата мира и вице-чемпион Японии Сантори Санбёрдс принимали у себя в гостях безоговорочного лидера текущего чемпионата – Panasonic Panthers. А в противостоянии у нас идутся российский гигант, лучший диагональный клубного чемпионата мира Дмитрий Мусерский и, наверное, самый популярный диагональный в мире – Юджи Нишида. Рост против прыжка. Настоящая война стилей. Чтобы вы понимали, как работает моя система выявления победителей, я сейчас вас с ней и познакомлю. Поскольку противостоять друг другу будут диагональные, то оценивать их выступление мы будем по трем основным параметрам. Это атака, блок и подача. За каждую результативную атаку и успешный блок игрок получит по одному баллу. За очко на подаче – полтора. А если игрок добьется своей подачи выбитого приема у соперника, то за это мы добавим ему еще половинку очка. Если игрок допустит ошибку в нападении, то один балл будет списан с его счета. За подачу наказание не такое серьезное, всего полбалла. Но есть тут еще один нюанс – очки клатча. Это тот период сета, когда счет обеих команд переваливает за 20 очков, а разница между командами не более 3 очков. Когда стоимость любого действия возрастает на полбалла, как и в сторону набора очков, так и в сторону их списания. Надеюсь, правила вы поняли, так что можно смело поставить лайк, подписаться на канал и перейти к просмотру видео. Погнали! Thank you.
んかまた電話来て。Несмотря на отчаянные попытки Дмитрия спастись, Юджин не только смог удержать свое преимущество, но и помочь пантерам добиться уверенной победы. Опять же, повторюсь, это исключительно развлекательное видео, не несущее в себе какой-то аналитической части, так что нет смысла слишком серьезно относиться к этому результату. Но все равно жду вашего мнения касательно этого противостояния, как и лайка, если вы вдруг его не поставили. Если у вас есть мысли по поводу противостояний, которые стоит разобрать, дайте мне знать про них в комментариях. Ну, а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.